Караганде отметили 115-летие Манарбека Ержанова. Выдающийся композитор, актер и певец был автором множества песен и кюев. Некоторые из них исполняли на торжественном концерте по случаю круглой даты. Антон Александров был среди зрителей. Произведения Манарбека Ержанова исполняли всем оркестром, сольно, под аккомпанемент дабры и кобыза и не только. В общем, в программе мероприятия значилось 23 концертных номера. Манарбек Ержанов не только сочинитель песен прекрасных, более 10 кюев у него есть. И мы сегодня стараемся играть два произведения, которые я сам лично обработал для оркестра. Такой разнохарактерный кюй. Манарбек Ержанов родился в местности Карабулак Карагандинской области. Сочинение собственных произведений в его творчестве занимало особое место. Именно поэтому Манарбек Ержанов стал одним из первых членов Союза композиторов Казахской ССР. Сегодня его творения имеют большую известность. За годы жизни он сочинил более 150 различных песен и кюев. Для нас большая радость играть сегодня произведение Манарбека Ержанова. Его труд был высоко оценен государством. Ему было присвоено почетное звание народного артиста КазСССР, награжден орденами Красной Звезды и знаком почета, различными правительственными наградами. Это хорошо, что сегодня его произведение пользуется успехом. В торжественном мероприятии по случаю 115-летия Манарбека Ержанова активное участие принял академический оркестр имени Татимбета, а также местные сольные исполнители, лауреаты различных народных и республиканских конкурсов. Антон Александров, Диас Нурмуханов, Данил Заславский, Пятый канал.